Перегорная Сибирь, плаха воли и насилия столько дали вглубь и вширь. Разрушали, убивали, не добили до конца, матюкали, провожали от родного, от крыльца, и прадедовскую веру променяв на коммунизм. Не поверили в химеру, в счастье выстреленных гильз. А березки белые, как нагие девки, елочки вдоль поезда, как малые детки, звезды недоступные, как Москва столица. Что же остается нам? Пить да удавиться. Разворачивай оглобли, Божий храм, а ну не трожь, и проваливай, а то, бля, у меня в кармане нож. Я наследный каторжанин, мне острог, что отчий дом. Я последний магиканин, верю в Бога и в огонь. Дай мне, мать, такого зелья, чтобы развеялась тоска. Дай мне шпалер для веселья и кистень, дай для виска. А березки белые, как нагие девки, елочки вдоль поезда, как малые детки, звезды недоступные, как Москва столица. Что же остается нам? Пить да удавиться. Пей в набат, шальная баба, рану в сердце залежи. Мне бы знать, во что да как бы обойдутся кутежи. Всем червонцам адской бьянки, героический поход в черной коже маркетанки. В алом ситце эшафот. Дай же сил, Отец Небесный, те срока мне оттянуть, чтобы мой ребенок честно смог на правнука взглянуть. Еще один стакан. Ой. Только уже не дубровки, а кориандровой. Один мой приятель говорил, что кориандровая действует на человека антигуманно, то есть укрепляя члены, ослабляет душу. Со мной случилось наоборот. Душа моей в высшей степени окрепла, а члены ослабели. Но я считаю, что и это антигуманно. Поэтому там же, на Каляевской,
Я выпил еще 2 кружки жигулевского пива. И из горлышка «Halb de Dessert». Бродит призрак империи третьей по пепелищу в коричневом плаще. Пулемет на кожаной плети, будто камень в античной проще. Компатриоты, патриоты, активисты, черносотенцы и правые центристы, лево-правые и тем патриоты, выходите, всем хватит работы. Поднимайся и в строй становись, вверх по лестнице, ведущей вниз. Тихий ужас уже настал. Эй, кто теперь займет пьедестал? Бродит призрак.